История проведения Международной недели птиц насчитывает уже более чем полвека. Для Брестского областного краеведческого музея проведение цикла таких мероприятий в 2014 году стало юбилейным, 10-м. Каждый год сотрудники совершенствуют природные экспозиции, расширяют перечень конкурсов и викторин. Растет и количество желающих принять участие в экологическом празднике. В течение недели проходят мероприятия, посвященные нашим удивительным созданиям. Это птицы. Вот, проходят мероприятия просветительские, различные, развешиваются гнездовья для птиц. Ну а мы подготовили в честь этого события выставку. Традиционно в рамках праздничной весенней недели выбирается птица года. Символом 2014-го стала кукушка. Определяется победительница по некоторым критериям. Она должна быть узнаваема и иметь проблемы с пребыванием на определенной территории или с добычей пищи. Новый символ выбирается каждый год. За этим следит общественное объединение «Ахова птушек Батьковщины», представители которые тесно работают с сотрудниками сектора природы и экологии областного краеведческого музея. Мы с самого детства, с такого возраста, начинаем залаживать детям, как охранять природу, зачем, показываем, что можно встретить у нас и что надо охранять на территории Беларуси и вообще. То есть мы формируем экологическое воспитание. Программа «Недели птиц» в этом году яркая и необычная. В списке мероприятий – презентация выставки фотографа-анималиста Татьяны Романовой и фоторабот из архивов музея, мастер-класс по изготовлению искусственных гнездовий, презентации «Птицы года». Для школьников в течение 7 дней будут проходить образовательные викторины и научные дискуссии. Кроме того, для посетителей музея его сотрудники подготовили красочную экспозицию, которая будет доступна для обозрения брестчан и гостей города над Бугом до конца апреля.